Всем привет, вы на канале Корги Ива, и да, мы снова едем к ветеринару. Я уже собрана, ну ладно, не буду вас мучить, переключимся на подъезд. Тетя, мы идем гулять? Нет, Ива, гулять мы не идем. А куда мы идем? К сожалению, мы идем гулять к ветеринару. Что? Снова к ветеринару? Ну уж нет, я на такое не подписывалась. Пошли лучше прогуляемся. Так, Ива, не начинай. Сказала, мазала, какая разница, не хочу я к этому вашему ветеринару. Ладно, давай лучше погуляем. Ох, как же круто валяться на травке под солнышком. И вот тебя что будет ветеринар смотреть в таком грязном виде? Ну, а чё бы и нет, в принципе. Так, ладно, ты повалялась, пошли уже теперь в машину. Ну вот, всё-таки сели в машину, да когда эти ветеринары закончатся, а? И поверь, очень скоро всё начнётся как раньше. Короче, это собака королевишна моя. Почувствовала себя, как в Англии, королевишной, настоящей, и села вперед. Ты хоть водить умеешь? Нет. А права у тебя есть? Тоже нет. Ну вот, давай ко мне. Делаю вид, что идем я не слышу, посмотрю в окошко. Понятно. Ты меня просто проигнорила и хочешь смотреть в окошко. Ну ладно, ладно. Попросишь ты меня вкусняшки купить. Да ладно, ладно, все. Чушь, тебя завтра, человечка, 20 вкусняшек. Ну ладно. Эх, ну вот, мы выехали уже. Человек этот какой-то фильм смотрит, а мне так жарко, что я под сиденье, блин, залезла. Пересмотру не подлежит. А то пройдет время, и еще скажут, что это была месть победителя. Хорошо выглядишь. Вы просто посмотрите, кто ко мне тут спать пришел. 8 августа 1945 года правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Да чуть не надо, Соединенных Штатов. Да? Я сама в шоке, откуда у меня 25 квартир в Дубае, 17 мужей за границей, что у меня растут рода, у меня боятся миллиард бабай. 2023, остановись. Сейчас я наливаю именно такую водичку в эту баночку, она что-то не пьет. Потому что из таких простых баночек не пью. Где чужой? Где чужой? Куси! Куси их всех! А? Да, куси! Я бы с удовольствием его кусила, старший человек. Но ты глупый или что? Мы в машине. Мне тут стало любопытно, что тут происходит, и я решила посмотреть фильм с человеками. Сейчас я кое-что вам покажу. Смотри. Короче, я не знаю. Thank you.
Я тут какой-то парк интересненький увидела. Только я, правда, не знаю, что это такое, парк или нет. Ива, сядь на место. А это такое, какая-то башня такая высокая. Немного похожа на замок, который был у нас в Англии. Вот только моя Англия серый замок, а тут такой красивенький. Школа рабочая где-то будет? Да. Да, да, покусай. Интересный факт. Рука как сало, поэтому кушайте на здоровье. Поедете в гости? На тебе. Засылаем сюда. Вкусно! Как что такое? Я тоже хочу с Буриком поговорить. Дайте поговорить с Стасом. Ива, морда, лиса, как дела? Да ничего так. Ты лиса. Очухалась ты нормально бодрячком. Куда лезешь? Говорить хочу, вот куда я лезу. Да ну тебя, пойду лучше в окошко позырю. Так интересненько, машинки тут всякие ездят. Так, стоп, это что там за дядька? Ох, как сейчас натявкую на него. А то что это он подглядывает? Тихо, ты чё? Ты чё, а то чё он на нас тут смотрит? Так, чувак, давай побыстрее поехали отсюда, а то мне что-то тут не нравится. Ура, мы наконец-таки приехали. Так, человечка, давай, открывай дверку. Выходи. Прыгивай, моя девочка. Ива, иди сюда. Капзык. Привет, собака. Привет, какой-то незнакомый пес. По разговору ветеринара с моим старшим человеком я кое-что поняла. Мы пойдем в одно место, где сидит несколько собачек. Это, конечно, круто, но не круто в том, что мне будут ставить уколы. И вот это уже становится плохо. Я, конечно, собака отважная, лиса опасная, но уколы терпеть не хочу. Может, человеки говорят, что это как комарик? А меня-то комарик не кусал, откуда я знаю, как это? Ох, ноу, плиз. Я чувствую. Нет, я пошла. Понимаю, больно. Я с тобой согласна. Хвостик поджал. Ну, а как тут не поджать, а? Ух, катетер теперь снимает. Наконец-таки этот ад заканчивается. Сейчас домой поедем. Да чтоб я еще раз такое терпела. Вы как хотите, человеки, но я больше сюда не поеду. Вот купайте хоть на вкусняшки, хоть на какашки, но не поеду, понятно? Не переживай, у меня каждый день такое делать, это не так уж и больно.
Ура, едем домой, сейчас расскажу бандитке Ипу, что со мной приключилось. Ив, у меня к тебе есть вопрос. Какой вопрос? Зачем ты разрываешь пост? Потому что он мне не нравится, тут Вася прикопался. Попробуй схватиться на шею. Помню, когда я был ребенком, мой дедушка рассказывал мне удивительные истории. Спустя минут 5 где-то Ива все-таки сняла вот этот вот пластырь. И теперь тут залезает ранку, которая осталась после катетера. О, Москва! Еще чуть-чуть, и мы скоро приедем! Опять мы тут с человеком фильм смотрим про кролика какого-то Руфуса. У нас же собака на коленках своими лапами стоит. Сначала Ива стояла на моих коленках, а теперь она сидит на моих коленках. О, там виднеются уже наши дома, значит, мы уже приехали. Здорово, котяра. Ай, типа, ты не офигела нас так пугать? А чё вы такие пугливые? А где этот самый серый? Ты как летел в нашу совместную хату, так он сразу и убежал на диван. Я, конечно, стесняюсь просить. Меня кто-нибудь отсюда снимет, а? Тёнечка, снимет у нашего Воли уже с дивана. Листодела, говорит, снимаешь же Воли. Да, снимай. Иди сюда, Воля.